В редакцию нашего телеканала обратились жители домов на проспекте Корыткова, что в Пролетарском районе Твери. Горожане сообщили, что уже месяц добиваются решения коммунальной проблемы в их дворе. Ликвидация разрытия, которое осталось после ремонта на теплосетях. Съемочная группа Тверского проспекта выехала на место событий и узнала все подробности этой истории. Двор домов номер 44 и 44А по проспекту Корыткова. Вот уже почти месяц территория пребывает в таком крайне неприглядном виде. Прямо посреди небольшого пятачка между двумя домами котлован внушительных размеров от стены до стены. Внутри оголенные трубы, лежащие, судя по обильному пару, в горячей воде. Третью неделю. Началось так, что приехала генерация сюда, вот выкопали, поменяли трубы, покачали воду и уехали. С тех пор граждане остались один на один с коммунальным бедствием, и это отнюдь не преувеличение. Дело в том, что вся влага и пара седает в их квартирах. Отсюда сырость и плесень на стенах, отваливающиеся обои в комнатах. И плюс запах вот этого... Сырость. Ну, и не то, что сырость, и, грубо говоря, канализация это идет. То есть ночью у нас ребенок уже просыпался от того, что после канализации, ну, пахнет, и все. Представляете, я в пятом этаже живу, и туда запах, который чувствуем, дверь не можем открыть. Это один проблема. Другой, еще там есть проблема канализации, которую за окошко открываешь, оттуда тоже запах идет. Выходя на улицу из своих подъездов, жильцы здешних пятиэтажек сталкиваются с новыми трудностями. Котлован располагается так близко к обоим домам, что пройти вдоль разрытия крайне сложно, жалуются местные жители, особенно пожилым людям. Идешь, помогают люди. Без клюшки я не пройду никак. А вы сказали? Это еще мне помогают люди. При этом, рассказывают горожане, все попытки достучаться до коммунальных служб ни к чему не приводят. Судя по ограждениям, установленным рядом с котлованом, ответственность за раскопки на этом месте несет Тверская генерация. Наш телеканал отправил в ресурсоснабжающую организацию запрос, в котором задал вопрос о том, когда разрытие будет устранено. К сожалению, ответить оперативно до выхода материала в эфир в Тверской генерации не смогли. Однако по имеющейся у нас информации, ликвидация разрытия в настоящий момент невозможна по причине того, что на этом же участке выявлено повреждение на канализационных сетях. Когда оно будет устранено, пока непонятно. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам, какие ответы получили от коммунальщиков.